Сегодня рано утром в Вельске на остановке общественного транспорта произошел взрыв. Таким образом, злоумышленники взломали один из банкоматов и похитили деньги. Сумма устанавливается. Полиция просит всех очевидцев происшествия позвонить по телефону 02. За взятку в 500 000 рублей в Архангельске арестованы два специалиста регионального Росприроднадзора. Их задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые получили взятку в размере по 500 000 рублей каждый от предпринимателя за изготовление и выдачу фиктивного предписания, дающего право на вывоз древесной коры и ее реализации. Это должностные лица, сотрудники управления Росприроднадзора по Архангельской области, Самущев Петр Владимирович и второй, тоже главный специалист, Карушев Алексей Витальевич. Вот двое наши сотрудники. Но скажу, что это, конечно, не высокопоставленные чиновники, а обыкновенные госинспектора. И с 10 октября должностных обязанностей они не исполняют. В настоящее время они числятся за своими должностями, но мной издан приказ, согласно которому денежное содержание им не выплачивается с начала ареста. Конечно, коллектив был шокирован, потому что сотрудники характеризовались положительно по работе. Ломоносовский суд Архангельска удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Архангельская область занимает второе место среднедушевого продовольственного пайка. Это по данным Министерства экономического развития России. В Поморье минимальный набор оценен в 4426 рублей. Для сравнения, в Москве эта цифра 4409. Выше нас только Чукотский автономный округ. Там продовольственная корзина оценена в более чем 9000 рублей. Поморье оказалось абсолютным рекордсменом по Северо-Западному федеральному округу. В России стартовал заключительный этап конкурса «Народный участковый». Он проходит в форме онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды». Наш регион представляет лейтенант полиции Северодвинска Денис Исаков. Победитель конкурса получит автомобиль «УАЗ Патриот». Проголосовать за участника можно до 10 ноября. Сегодня 75 лет отмечает легенда архангельской журналистики Валентин Пролетарский. С 1966 года он работал диктором и спортивным комментатором на Архангельском телевидении. Валентин Николаевич и сейчас всегда в центре событий. Телеканал ПС поздравляет Валентина Пролетарского с юбилеем и желает только здоровья. Если пассажирские перевозки, то только с «Авророй». В нашем автопарке есть автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт, VIP-машины и эконом-класс. Доставим сотрудников до работы, организуем трансфер в любое место. Звоните, нам с вами по пути. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 4 градуса. К вечеру ожидается понижение температуры до 6 мороза и небольшой снег. На дорогах гололед. Смотрите программу «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами.